Приветствую всех. Продолжаем покорять РПГ. Блин, я на прошлом стриме, короче, неправильно выставил задержку. Задержка была именно у игры, а не у микрофона. В этот раз вроде как все четко. Задержка у микрофона. Так, а почему здесь несколько сейвов? Наверное, после закупки. Блин, музыка чем-то Chrono Cross напоминает, кстати говоря. У меня, наверное, все оно напоминает. Так, мы закупились, нам надо покинуть город. Мы на королевском задворье могу подраться. Идите сюда. Все, что нам нужно сделать, так это помочь его сиятельству пройти через эти врата. Будьте осторожны. Генерал здесь своих людей расставил. Понял, короче, надо сопроводить короля. Блин, мне не нравится звук толпы тут какой-то непонятный. Гам какой-то. Блин, а куда мне короля отвезти? Ёл упала. Сюда, что ли? Блин, я там видел сундук, ну как... Где, черт пойми, где... Сток сена можно проверить. Ага, это левый сундук. А здесь есть что? Здесь нет ничего. Ну, поехали. Ну, мне надо не доходить, получается, до врага. Будьте бдительны. Ready. Я всеми не дотянусь. Мне, наверное, магия шарахнут, кстати. Это не точно. Надо было, наверное, забафать. Thank you.
Блин, на какой это магию-то... У меня, по-моему, новое атакующее заклинание есть у белого мага. И все остальные с хилами, типа. По-моему, я что-то эдакое придумал. Блин, а я перекачан, что ли? Почему так мало урона я внес? А вот и мага. Ага. Путы такие. Надо бы их снять. Ой, помощники из прошлой миссии, видать. Кстати, там бочонок можно было залутать, а я этого не сделал. Ошибочка. Блин, а я за лучника. Мага-то я не убью, да? А нет, ваншот. Я просто терпеть не могу магов. РПГ. Они какую-то грязь вечно устраивают. Блин, работало. Атака с двух сторон. Блин, а интересно, как она срабатывает? Находится, тем выше вероятность, или как? Блин, тут я своих задену, поэтому... Есть смысл задавить. О, еще магом это будем. ДПС вносить. Ну, короче, больше надо, чем написано. Блин, я не добил. Видно. Надо было самое мощное заклинание использовать. Был бы огонь. Черт, лучницу захилить. Изейший. О, мы автоматически к фонтану подошли. Лол. Предатели. И среди них самозванец. Я не сам. Точнее. Предатели. Не, самозванец. Пожалуйста. Мы не должны сражаться. Бурдейн, сперва убейте ее. Да, здесь сундук. Блин, а я отхилиться хотел так-то. А по итогу не дали. Ой,
здесь с двух сторон, кстати. Интересно. Как? Ходить? Наверное, надо разойтись в разные стороны. Допущенные эффекты. Что-то у него юнитов мало, мне кажется. Что за замедление реакции? Мясы, что ли? Или как? Так, шарахаю магией. Сражение сработало. Неприятно. Блин, чел, лучше бы хил бы на меня кинул. Нежели бы из луков других бы стрелял. Так, убиваем мага. Блин, мне бы сундуки залутать, ей-богу. Ой, как он красиво встал. И дотянуться до врага не могу. Ладно, я могу из лука пострелять. Благо, игра мне позволяет оружие менять. Блин, ладно. Но не добью толком. Так скажу. Блин, идти там. До мага моего не скоро еще. Дойдем. Ой, а там еще. Ой, тут со всех сторон. А я что-то и не подумал об этом. Я то что тогда делаю?
что хилить у меня будет. Если я типа в ДПС пытаюсь. Черт. Могу по двоим ударить. Да в хил пойдем. Как бы я не хотел. Добавить магию. Еще короля надо хилить. Кошу меня защищать в этой миссии надо. Сундуки здесь фиг залутаешь. Блин, ничего. За. Дерзкий резкий подход. Забыл оружие сменить. Ready. Я же выживу. Блин, думаю, что нет. Понадеемся. Блин, что? У меня все МП апается. По идее, там союзника будут захиливать. И мне до меня будет. Этим магом. Немножко рассредоточили ДПС. Пойдет. Блин, какая-то... Не нравится мне эта миссия. Я немного еще дезориентирован, где этот университет или куда мы там направляемся. А тут он. Фигачим, надо больше убить. Великов. Блин, почему у короля нет лечения? Блин. Все плохо настолько, насколько это возможно, если честно. Не того ты бьешь.
Ладненько. Блин, не дотягивайся. Так сработал. Спасибо хоть на этом. Кстати, я захилю. Мне нравится создание персонажа. I stand ready. Your time has come. Это опасно, конечно. Он там стоит. Блин, а у него мана что ли закончилась? Лол. Мага. Вот он помечен, что он будет ходить. Понял. Хил героя. Так, нам надо будет сейчас на развороте короля спасать. Вот о чем я и говорил, да. Но можно было и не хилить, кстати, он переживал. У него 50 хп был, он нанес только 28. Блин, а здесь криты есть? Потому что если есть криты, то лучше не шутить с врагами. Так. Блин, лучники и просто имба. Поход дела. Ready. Шинкуем врагов. Блин, дайте угадаю, здесь надо экшен. Нет. Блин, ладно, это сложно. Я не понимаю, как туда попасть. Блин, я вот туда хочу зарядить, но я не смогу. Он
так смогу. Блин, а он туда запрыгнет при всей своей массивности? Блин, а куда король побежал-то? Он же так погибнет. Еще жив. Надо лучника добить, чтобы на короля не посягал. Ну, слушайте, а я дотягиваюсь. О, прыжочек. Так, по идее, массовое заклинание могу. Блин, опять не дотягиваюсь. На так. Вот так могу. Блин, он зря так стал. Сейчас бутербродом. Ладно, они не будут этого делать. Могли с двух сторон молотками зажать и все. И он бы умер, кстати говоря. Факт. Блин, я такие не понимаю, некоторые сундуки брать. Впрочем, их и не обязательно брать. За что игре большое спасибо. Изящая карта. Хотя в какой-то момент я запаниковал. Вон они, не дайте им достигнуть врат. Меник. Тобиас. А, Меник, Тобиас. Как погляжу, ты все еще защищаешь малышню Кальвина. А та безумная охотница за головами. Девчонка сказала, что ты умер в пещерах. И что в итоге ты делаешь? Ты прячешься в ее слепой зоне? Прятался. Меник, что это на тебя нашло? Зачем тебе все это? Почему я помогаю сильнейшему из живых человека, людей, спасать нашу страну? А. Почему же вы пытаетесь его остановить? Вы все слабаки.
убейте их и затем доложите мне. Ваше сиятельство, идите, будьте осторожны, спасибо вам за все. Эй, я не хочу их кидать. Мартин. Следуй за остальными. И внемли их приказом. А что насчет вас двоих? Это наша работа, Тобиас, а не твоя. Защищать короля. Оставайтесь в посольстве, дождите, пока не будет безопасно, а затем идите куда хотите. Просто залегте временно на дно. Люк, учитывая, ну, рассматривая это как свой последний приказ. Все вы. Капитан. Ну и отстой. Ого, я всегда хотел оказаться здесь. Добро пожаловать, ваше сиятельство. А мы... комнаты для вас и ваших людей. А, спасибо, канцлер. Вы заволите? Это дворяр. Подождите-ка. Есть, ну, а некоторые, короче, больше двух людей, точнее двое человек у врат, что с ними будут? А, наша разведка заметила двух солдат, огромного солдата и женщину. Спасибо, канцлер. Они же ведь в порядке? Вовсе нет. Как думаешь, с ним что будет? Ведь за ними гонится генерал. Ну а что мы сделать-то можем? Они будут сражаться, несмотря ни на что. Да, но мы можем выиграть. Тоби, если они думают, что у них есть шанс остановить его, мы должны им помочь. Этот парень, который убил Элли, помнишь ведь? Тот же парень пытался и убить нас. Я знаю, это Конор. Вы двое уже, ну, не устали от сражений. Более мы не должны участвовать в них. Альтирия, на случай, если ты забыла, ведь твою страну мы пытаемся спасти. Я знаю это, но взгляни на нас, мы ведь не солдаты, и это чудо, что мы продержались так долго. И ты все равно хочешь дать бой Делдрену Грею? Люк и Грин нуждаются в нашей помощи. Возможно, мы и не солдаты, но мы не можем поджать хвост и сбежать. Люка и Грин нуждаются в нашей помощи. Отличные слова. В общем, после тебя, Коннор, Альтири, оставайся здесь и наблюдай. Присмотри за Кальвином и королем. Мы вернемся после того, как мы спасем твою страну. Вы, ребята, нет, вы правы. Я обязана вам в любом случае своей жизнью. Я тоже ведь поеду. Вы ведь меня не оставите? Я не умру. Ваше сиятельство, с вами все будет в порядке. У меня здесь есть друзья. В общем, идите, идите, коль вы обязаны. Коль вы хотите. Блин, а тут, наверное, другой слот имеет смысл сохраниться, потому что вдруг... жестко будет. Мне надо будет типа, подкачаться, все дела. Блин, чуть водой не подавился.
дал Дрен. Я ведь надеюсь, что вы все еще не пытаетесь меня впечатлить. Не, мне водички уже хватило. Далдрам, пожалуйста, наш народ, их народ. Никто из нас не хочет быть ввязан в очередную войну. Либо мы, либо они, Люк, и ты знаешь, зачем это все. Возможно, однако, я не могу позволить тебе это, ну, позволить этому осуществиться. Люк. Какое странное женское имя, кстати. Далдрам. Типа, давай один на один. Ты всегда был хорошим солдатом, сержант. И печально, что ты не можешь присоединиться к нам в нашей компании. В Вангард Валенсии. Похоже, стал сильнее. А, там Грин. На него напали. Вперед, ребята. Блин, победа спасти Люк. Грин должен выжить. А Люка не должна выжить, что ли, лол? Как это работает? Блин, там еще кто-то со спины будет нападать. Мне не нравится это пока. О, достаю. Убью? Нет. Наверное, нет. Что и требовалось доказать. Блин, если я с ними буду стрелять, я, наверное, Магота убью. О, нового Эдвариора у тебя. Играешь ли ты в JRPG? Или ты их обходишь стороной? Пилится. А, ну и понятно. Блин, а я могу массовым заклинанием? Не, по этим двоим я не могу. Жаль. Ладно, я могу отсюда шарахнуть. Ба! Блин, нет. Убил. Отстой. Наверное, у врагов подкрепление будет. Но не уверен. Этот минус. Let's go! God have mercy!
помогите открыть врата. Мы должны спасти люк. А сколько у нас ходов на... О, ети, там враги появились. Там сейчас минус лучник мой будет. Короче, лучше вообще не следовало туда лезть. Я вас понял. Только у них фокус странный. Они могли раз-два с магом разобраться. А они его и не трогают? На удивление. Интересно. Надо на одну клетку сместиться. Меня не задело. Блин, за главного героя надо бежать, сломя голову. В общем, не очень хорошее начало. Торопитесь, еще враги наступают. Блин, мне надо было туда идти. Сломя голову. Блин, нет. Убил я. Обидно. Вот откуда я знал, что именно так миссия будет разворачиваться? Как другие действия делал? Чел, ты будешь открывать врата или... Ну, слушайте, я переиграть эту миссию хочу. Можно? Можно выйти, да. А? Нет, не оно. Блин, что будем 2 часа не уходить. Я помню, что я сейвился на другой слот, да. Видать это? Блин, а если бы я другой вариант выбрал, то миссии не было бы, правильно? А?
Так, ехала. Now you're gonna get it. Так, тут захил надо. Блин, а его, по-моему, я луком-то и не особо пробью. Watch this. Ладно, давайте его убьем. Пытаемся. А потом на развороте будем стрелять из лука. Блин, а помощь по ходам приходит или по фрагам? Попутно. Ну, у меня минус маг. Попытаемся так пройти, я думаю. В этом ничего страшного не было. Я ведь сам себя могу хилить. Блин, во всем Грин виноват. У него ворота открылись. Ой, что-то плохо. Блин, по-хорошему это мобилити надо скастовать.
А, теперь я врагов вызвал. Лол. Понял. Блин, тут реально мобилити надо кстати. Ладно, буду знать теперь. Блин, ну он ведь пойдет не ворота открывать. Мне кажется, надо мага было брать. Вот таким. Помогите. Нам нужен двое человек, чтобы быть врата. Это на следующем ходу уже. Получается. Сейчас, секунду.
Так. Тихо. Все, у меня минус геймпад. Работа. Лучница. Здесь как? Очень не очень. До туда я не дотягиваюсь. Он же в меня тоже не может стрелять, я правильно понимаю? Че, контратака будет. Так. Рычажки. А, надо сбоку. Мартин, я же говорил тебе не вмешиваться. Мартин, давай себе генерал, но здесь шестеро, а ты один. Пятеро. Люк. Нет. Блин, серьезно? Сын Джон Мартина ты... Если и так, твой отец был хорошим человеком, храбрым солдатом. Он умер в Вейле, спасая мою жизнь. Знал ли ты это? Ты очень молод, Мартин. И есть ужасные вещи в этом мире, которые ты никогда не видел. Ну, позаботься об умершем и больше не попадайся мне на глаза. Люк. Mm-hmm. Нет, она умирает. Ее раны очень серьезные, Тоби. Не знаю, смогу ли я исцелить ее. Я ведь никогда не пытался вылечить что-то серьезное. Люк, держись, пожалуйста. Тоби, ты должен попытаться. Да, конечно же, попытаюсь. Всем отойти. Эссельси, Деслакрата, Киора. Тоби, где ты узнал эти слова?
Хороший вопрос. Ух, а почему же голова кружится? Вы в порядке? Сработало, у тебя получилось, Тобиас. Ох, напомните мне не повторять это. То, что я говорю сейчас, это был не я. Я чуть ведь не умерла, Далдрен. Я не смогла его остановить. Люк, не поднимайся пока что. Я в порядке, надо подышать свежим воздухом. Он собирается использовать то пламя против моей страны. Ну, опять. Но мы все еще можем его остановить. В общем, есть момент, когда я должен сказать что-то мудрое и успокаивающее, ведь так? Дайте какую мне секунду. Хи-хи. Итак, мы прошли ведь через многое. Мы можем сделать что угодно. Но он всего лишь один человек. В следующий раз, когда мы с ним встретимся, мы уже будем готовы. И мы спасем твой народ. Давайте возвращаться в университет. Блин, как тут все у них тривиально. Так, сейчас он засейвится. Так, и вновь секунду. Блин, меня тут просто человек отвлекает. Но надо ему ответить, потому что завтра мне уже будет лень этим заниматься. Сейчас, секунду, буквально. Дико извиняюсь за это все. На сайте PSN ведь язык указывается, правильно? Да. А чё?
Так, мы же засейвились, правильно? На всякий случай пересохранюсь. Блин, тут хоть и геймплейная деградация случилась, но не такая уж плохая игра на самом. Что-нибудь еще перед тем, как мы встретимся с королем? Мы готовы. Давайте надеяться, что у него дело лучше, чем у нас. Вы в одиночку столкнулись с Далдреном. Более чем... Ну, на более я и рассчитывать не мог. На большее. О чем это он говорил? Ужас в этом мире, который мы не видели. Мы можем рассказать ему его ваше сиятельство. Ну, то, что данное заявление, это как бы тайна, понимаешь? И... Блин, фамина — это голод. Ну, типа, это есть секрет, и он не очень хороший, что ли? Ну, разве мы не в одном... А, нет, там реально про голод был. Разве мы не все в одной упряжке? Настоящий голод. Блин, я что-то потерял о том, о чем они говорят. Мы должны предотвратить... импорт еды из Бурини. А, нет, мы обрезаны от импорта еды из Бурини, видимо. Теперь у нас иссякают и деньги. Сотни тысяч людей умрут от голода этой зимой. Наш народ, лор-генерал, уверен, что он покорил бы поля Урди до этого момента. И тогда бы Урду голодали бы вместе. Не все потеряно, у меня еще есть друзья в армии, и они готовятся отвоевать назад город. И я также написал договор мирный и о торговле с Урдой. Если мы сможем его доставить, то мы сможем пережить голод. Если было бы так просто, почему мы тогда... Ну, если все настолько просто, то почему же нету никаких... Ну, почему это еще не сделано? Мы пытались до войны, они отказали, у них есть причины. Ведь данный план... Но он только работает в краткосрочной перспективе. Но мы воспользуемся войной Далрона
чтобы подтолкнуть их к решению. Замечательно, политика. Итак, наш план — остановить генерала, чтобы показать им мирный договор. Но ведь камень его сожжет Тейна полностью. Ты прав. Нам нужно найти способ, чтобы остановить пламя правосудия. Извини, что вас прерываю. Я закончил сегодня пораньше писать. Замечательная книга. Мистер Кальвин Атриас Абусейт Атлас. Че? Когда-то были на юге, как Толби, далеко? Я там жил. Там есть одинокая девушка, бывшая моя ученица, Лиана Телбот. Возможно, вы встречались. В общем, передавайте ей привет, если вы ее видите. И она довольно пылкая, если можно так сказать. Возвращаемся ночью в Толби. Короче, про какую-то книгу нам сказали, я так понимаю. Мы должны теперь эту книгу найти. В итоге вернулся в школу. Где мои субтитры? А. В общем, солдаты есть посланники о мире. Несущая весть. Вы узнаете предложение, ранее вы его отвергли. Но безумие войны теперь и вас окутало, нас обоих. Настигло. Вместе у наших наций есть шанс. Но часть из них умрет. Выбор за вами. А, либо вы сдадитесь и умрете. Выбор за вами. Акт 4. Меч и пламя. Наверное, надо в магазин зайти. Блин, я по идее миссии тут какие-то напропускал. Так, это мы, по-моему, читали уже. Да, это было. А тогда у них, наверное, и товар-то не обновился, правильно? Да. Так, чисто в теории, судя по карте... Возможно, дополнительная локация где-то в самом начале. Что-то надо сделать, куда-то там глянуть. А, вот тут еще этот завод какой-то. Тут, скорее всего, в большой пещере куда-то надо пойти. Или нет? Или в руинах? В руинах, наверное.
Так. Нужен какой-то объектив непонятный. А, разве что вот это, кстати, дрянь изучить. А, да, все верно, Эдворер. Это оно самое. Единственное, список не полный, потому что я в какой-то момент решил его теперь еще больше довести до ума и добавить туда все релизы, даже те, которые мне не интересны. Поэтому это число будет только расти и расти, когда мы проведем какой-нибудь стрим. Проверки всего этого действия. А, меня вот эта табличка, кстати, заинтересовала. Что у нас тут? Гигантский Келеский и его... Это да, есть такое. Родня. Стражи, хранители, врат. До самого конца. В их гробнице на востоке покоятся они. И они бдят, даже будучи мертвыми. Представляешь, Эдворер, насколько мне страшно вот в это все играть. Ready. Потому что, учитывая то, что я еще играю не в RPG, это Ready. Явно конца никогда не будет. И в то, что хочется играть, глаза разбегаются. Огромная большая проблема. Не знаешь, за что хвататься. А еще учитывая то, что, блин, я платину вне стримов выбиваю. Потому что азартный я человек. Это вообще клиника какая-то. Блин, а как тут играть-то лучше? Наверное, просто ходы проскипаю. Еще, кстати, надо будет провести стрим заполнения сайта по ценам игр, которые у меня есть. Чтобы понять, оценить стоимость моей коллекции. И если что, отслеживать то, что у меня куплено, потому что у меня нету списка купленных игр. И у меня возник вопрос, а есть ли у меня эта игра, а я без понятия даже. Поэтому... А этот стрим точно будет явно долгий. Расчартинг, кстати, называется. Блин, а чё их так много-то врагов? Максимально не нравится. В кого стрелять? Это ближайшего. Now you're gonna get it. Блин, надо медиков уничтожить. А, вот так вот, да? Настолько они жесткие. Даже с одного удара не померли. Так, здесь мужика с кувалдой мы заводим за двоих, чтобы он одновременно бил.
At your service. И магии потом жахнем. По всем. Блин, может по своим, чтобы кто это ударил тоже. Долбануть. Perfect. Или это слишком плохая мысль? Ну, типа так, да. Давайте. И своего зажарим. А, даже не одного, а двоих поджарил. Лол. Массовый бы хил бы еще. Где ж его взять? Минус. Блин, вот сработал бы ассист, был бы мертвым. Но они что-то не прокают, эти ассист-атаки. Увы. Здесь шансов выше. Тут аж два персонажа. Угу, спасибо. Найс. Как быстро прошли. Забавно. Ну, а то после битвы лагерь разбивается. А я уж хотел было в город бежать, сохраниться. На, кейкаск, томб какой-то. Здесь сундуки надо лутать обязательно перед тем, как убить врагов. Враги-то жесткие, да? Так, только два сундука? Это не то, на что я подписывался. Понял. Ой. Фига себе количество хп. Да, два сундука. Угу. Блин. Кажется, мне эта битва будет непростой.
Ну да. Забавца. Блин, только, наверное, надо было на атаку. Нет, на защиту. Блин, и докуда он ходит? Вот этот квадрат. До этого квадрата вроде как не дотягивается. Here we go. Так. Оружие забафаем. Интересно, а оно стакается, урон этот? Блин, таки дошел. А, не так много урона вносит. Так что пофигу. За лучницу, наверное, будем рашить до сундуков. А он куда? Блин, я думал, там массовое заклинание будет. Испугался. На деле так себе. Оно. Ничего страшного. Тут, мне кажется, они воскрешаться будут. Наверное. Жили. И совместная атака ни у кого не прокнула. Это самое смешное. А, во. Наконец-то, тимата. Как же долго я этого ждал. Вес надо уводить. Блин, а как долго до сундука идти-то на самом деле? А мне есть мобилити? Да. Был, наверное, сразу кастовать его. Так, и давайте тут второй сундук будем сразу лутать. Эти уж там разберутся, на контратаке всех убьют. Right. Блин, мага надо было спрятать. Я не подумал. Ready.
Блин. Беда. Захитриться надо. Трогаем. Еще используем магию. Щит. Качать. Может, на лаз боссе пригодится. Пока мы бронзовый шлем получили. Я до того сундука дохожу. О, дохожу. Блин, тот тоже доходит, между прочим. Титановый шлем. А я могу исследовать вот это вот дело? Не, не могу. Да, просто в защиту даем. Standing by. Yeah. Amazing. Так, два шлема дали, я помню. Да какой нам кроме бронзового, по-моему, дали, да? Кому этот титановый? Угу. Давайте люк. Так, по идее, еще где-то что-то должно быть. Мне кажется. У нас потихоньку карта заканчивается. Блин, а Довер Дистрикт? Я ж там был, не был. Блин, по идее, вон там еще домишки. Они не охвачены. Ори. Этот остров, это, наверное, Last Boss. Еще вот тут вот. Я
Я вот не знаю, имеет ли смысл запариваться, короче, с этими заданиями и их искать. И в этом нет смысла. Я здесь точно сундуки не лутал. Блин, а то, кстати, финальный акт. Прям напиши финальный акт, я думаю. В предыдущих частях так писали. А мы четвертый. Ну, мы большую часть игры прошли внезапно. По карте. Что удивительно на самом деле. Так, вот снова это все. Как мне исследовать сено? Блин, здесь и подозрительного нет ничего. Так, а там карта была. Замок, по-моему. Давайте, короче, лутаться. А вот еще прикольное найдем. Я не понимаю, как туда попасть. Тут дом мешает. Отсюда. Блин, ну это дикость, конечно. Давайте бежать. Блин, их там много. Давайте защиту кастаю. А, не могу. Мобилити. Блин, не на того. Мои сопартийцы должны тоже туда подходить. Так-то. И одному ж мне воевать. Блин, ну в сундуке мы знаем, что нам ничего не дают. Надо столько сена проверить, либо бочку. Наверное. Не знаю, давайте просто битву пройдем. Сундуки точно новый лок не открывают. Либо в соседнюю зайти, посмотреть, что там. А ось там ключ к разгадке. Я просто эту миссию вообще не помню. Пошло совсем. Ого, вот это заклинание, массовые ап защиты и атаки. Это поворот. Блин, надо им бой дать. А чё у них так много ХП?
Полный отстой. Блин, до врага не дотягиваюсь. И здесь все очень и очень. Awaiting orders. Мне что-то не нравится эта миссия. Блин, что нахрен делает во дворе? Мусор что ли вывозит? Что-то громыхает. Надо сток сена проверить. Блин, я думал, тут ворота будут, наверное, какие-нибудь. Которые что-то мне дооткрывают. Но, видимо, нет. Там ящики какие-то еще одни. Одно радует, мы это прокачиваемся, даже если я не найду новую карту. Блин, идти там на нем статусов вредно. Надо Кьюру использовать. Обязательно. My strength is yours. Стоп, я хотел сюда. Здесь сундук. Все опять чертово здание мешает. Отсюда надо идти аж. Блин. Ну и срань. Так, статусы вредные. Блин, ну там что-то хорошее должно быть. Могли бы срань положить в дальнем сундуке ранее. Да, зная игры, как раз таки бы и положили. Блин, я не дотягиваюсь до того. Воина. Мага. Блин,
тут не дотягиваюсь. Придется оружие менять. Готово. Да, нам надо бежать. Ой, как мало нанес. Лучше бы пута снял. Так, бегу за ящиком. А там кого-то на помощь нам, наверное, везти. Стрелять. Блин, кстати, вот на предыдущей карте табличка была подсвечена желтая, которую мы активировали. То есть это может быть реально только сено быть, бочка. Либо это какой-то неподсвеченный объект, либо это на другой карте. В этот раз они эти миссии неплохо так запрятали. Кто не может не радовать. Блин, а они все лучники еще. Эх. Как до сена-то не дойти. Блин, мне еще и ядом отравили. Не, лучше извините, но я путы снимать с нее не буду. Как-нибудь дойду магом. А, пута сами снялись. Ладненько. Так, байтим тогда врагов. Блин, и он еще жив. Живучий. Блин, как далеко бочка. Нам было, кстати, мобильки, наверное, кастовать. В прошлом кану. Минус. Блин, вот здесь карта, конечно, не особо клёвая, потому что надо пол света здесь пройти. Ah!
amazing. Интересно. Так. Ищем сапом, пробираемся. Ну, кайф. Маг погрелся. А воин чуть облегчит нам жизнь. Так. Почка. Что у нас здесь? Записка, прикрепленная к бочке. Написано следующее. Квартал иностранцев. В настоящем времени запрещен по приказу генерала Далдрана Грея. Нарушители в ответе нарушение. Значит, все-таки бочка. Не сток сена. Блин, а я могу больше не копошиться в стоге сене, правильно я понимаю? Или все равно надо копошиться? Сложно. Так, снова переагрили. Токсена, я иду к тебе. Да и сундук надо бы по-хорошему проверить на самом деле. Бекс. Давайте до сундука дойду и тут. Попробую, по крайней мере. Кировка лишней. Ой, а я до бочек-то мог дойти проще путем. Блин, я чую проигрыш. Ладно. Статус сниму я. Не сниму. Могу врубать. Блин, не. Сундуки все еще беспонтовые. Можно даже было и не бежать, по ходу дела. Ah!
Amazing. It's time. Gotcha. Ладно, пойдет. Amazing. Живем. Блин, мы еще и сено успеем проверить. Нам духи залутать. Балдеж. Что в сене? Блин, а я выучил заклинание-то в итоге? По-моему, не было, да? Это супер-мега-огонь. Святая вода? Ожидал? Что? Не понял. Вау! Камон! Погодите. А как заклинание узнать? Common Fire. Я же не выучил его, да? Или выучил? Хоть выучил. Да. Иностранный квартал. Сундуки тут есть какие-нибудь? Да. Блин, опять какая-то длинная карта. Вот здесь бы подошел бы формат Persona 5 Tactica. Впереди. Мне кажется. Маленькие быстрые карты. Ящики не светятся. Песни еще не светятся. Что странно. Короче, вот он, мой сундук в том конце. Здесь абсолютно ничего нету. Ладно, поехали. Блин, здесь, наверное, мобилити, но по-хорошему. На себя повесить. At your service.
Блин, а мне эта битва, кстати, не особо нравится. А что у меня получается здесь, по сути, окружает со всех сторон. Пески берут. Из кустов я могу выстрелить? Но не по ним. Блин, ну вот это такой себе вариант. Там же еще хиллер, да? Мне, по идее, их лучше выманить. Этой клетки подальше буду. Ага. Now you're gonna get it. Team play. Дотянусь. Great. Блин, мне хила надо, да, оттуда вытаскивать. Иначе я буду бить впустую. Блин, а у меня минус лучник, да, сейчас будет? И да, неприятно. Это хотел на них заклинание обрушить. Блин, как у него мало хп? Слово. Это потому, что его мало били. Поэтому не такой выносливый. И удар не держит. Так. Как бы здесь сходить? Мне, по идее, задний ряд надо почистить, чтобы не прессовали мага. Тори. Блин, как они не умирают своими хп. Да, выжил. Так я и думал. Лол. Решил не хилить. Ранненько. Блин, там еще этот стоит. Дайте-ка я защиту повышу. Вдруг мужик с молотком придет бить меня. Я, конечно, не верю здесь в искусственный интеллект. Он здесь довольно-таки глуповат, но перестраховаться стоит. Ah.
лох Мазила. Блин, не очень хороший ход. Блин, я ведь не дотягиваюсь. Хотя... Блин, я через лук его добью, но... Его хилить надо. Okay. Так, damage, Roman Fire. My fire is fire. Минус один. Поразительно. Ready. Amazing. Well. Ready. Не убил. Так, а моего молотобойца не убьют, я надеюсь. Блин, эти еще активизировались, серьезно. Я так до сундука не дойду. Двести лет пройдет. Блин, он думал, что это ему поможет. У меня же контратака. Эх. Так, продолжаем настреливать.
Thank you.